Отдавая письменные распоряжения, чиновники не обязаны подписывать их собственноручно. А отсутствие в официальных документах визы руководителя не говорит о его безответственности. Об этом в эфире Думской ТВ рассказала экс-прокурор Одесской области Давица Кварелидзе. Заявление стало ответом на вопрос ведущего о том, почему в письменных указах и распоряжениях Михаила Саакашвили, как руководителя обладминистрации, нет его автографов. Ответить внятно Кварелидзе так и не смог. Вопрос журналиста он назвал дурацким и попытался перевести диалог в шутку. После того, как Михаил Саакашвили уже покинул свой пост, очень много, когда всплывала там документация, выяснилось, что он нигде не ставил свою личную подпись. Везде были какие-то его заместители, какие-то доверенные лица и прочее. И почему так? В чем проблема? В чем вы видите? Это нормально. А это нарушение закона Украины. При чем тут закон Украины? Это ужасное правонарушение. Одесса очень сильно пострадала от этого всего. То есть вы не считаете, да? И все ваши беды и воровство в Одессе связаны с тем, что Михаил не подписывал, оказывается, не ставил свою подпись. Вы задаете мне наводящий какой-то провокационный дурацкий вопрос. Михаил Саакашвили не подписывал документы, и Одесса от этого пострадала, оказывается, и Украина пострадала.